Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенка. Глядіть у гэтым випуску. Мір – галоўная каштоўнасць. Заклік спыніць насілля павінен быць пачуты. Памяці герою Вялікай Айчыннай ля партызанскай крынічкі ў Гомелі азначылі 79-ю гадавіну стварэння партызанскага атрада «Бальшавік». Не прайшла міма, у Гомелі ўзнагародзілі жанчыну, якая выратавала на пажары двух дзяцей. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Тое, што выклікае горыч і смутак. Сітуацыя, якая складваецца ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў, прымушае кожнага з нас задаць сабе пытанне, для чаго гэта і якое ёсць выйсце. Апошнія дні акцыі сталі мірнымі. Замест сутычак ланцугі людзей з кветкамі і просьбамі спыніць насілле. З такім жа заклікамі просьбы адмовіцца ад жорсткасці і выйсці на канструктыўны дыалог звяртаюцца калектывы арганізацыі і прадпрыемстваў. Акрамя таго, выпадкова затрыманых пачалі выпускаць на свабоду. Працяг тэмы далей у матэрыяле нашых карэспандэнтаў. Хваляванні ў Беларусі пачаліся яшчэ да абвяшчэння вынікаў выбараў. Пасля закрыцця ўчастку для галасавання многія пачалі збірацца у пратэсныя мітынгі. Наступныя дні яны ператварыліся ў сапраўдныя беспарадкі з пацярпелымі як з боку праваахоўнікаў, так і з боку грамадзян. У чацвер і пятніцу акцыі сталі мірнымі. Людзі збіраюцца на вуліцах з кветкамі і плакатамі, у якіх заклік спыніць насілля і прызнанне ў любові да сваёй краіны. Людзі ў ланцугах кажуць аб тым, што стаміліся ад агрэсіі, яна палохае, дыялог павінен стаць мірным. Прекратіць насілля, прекратіць этот беспредзел. Мне это надоело, я уже насмотрелась всего с балкона. Я хочу, чтобы наконец-то наступил мир. Просто хотим честно жить свободно. Да. В стране для счастья, для жизни, в островке безопасности. Мы не хуже других стран. Да, мы, да, может, да, быть, беларусы лучше. Мы честные, мы трудолюбивые, мы красивые. Я за них. Я за людей, за всех людей Беларуси. Хотя я сам и родился в России. Я в советской стране родился. Поэтому я люблю страну нашу и буду ее отстаивать. Я очень люблю ее. Мое мнение, надо услышать людей, народ. Пойти на диалог, остановить кровопролитие на улицах. Со следчых изоляторов пачалі выпускаць тых, хто выпадкова аказаўся на месцах правядзення пратэсных мітынгаў, якія суправаджаліся беспарадкамі. После доставления многие граждане были отпущены. Вот. Но есть один очень важный момент. До процесса задержания, до момента задержания с группой лиц, которые принимали участие в протестных акциях, проводилась определенная разъяснительная работа. То есть сотрудники, значит, не только в форменной одежде, даже с жилетами пресс-служба нашего управления внутренних дел и районных отделов внутренних дел предупреждала о том, что данное мероприятие, значит, нарушает действующее законодательство и какие меры будут непосредственно приняты, если не прекратятся подобные действия. Поэтому та часть, которая была задержана, вот, как говорится, случайных людей, она очень незначительна. Безусловно, большинство граждан, подавляющее большинство граждан, которые были задержаны, составлены административные протоколы, это непосредственно, которые, значит, умышленно принимали участие в этих акциях. Определенную категорию была проведена разъяснительная работа, определенная категория, значит, те, кто неактивно участвовал и просто-напросто, ну, какими-то своими неактивными действиями принимал участие в этих мероприятиях, отпускался. Вот. В ряде других разбирательств составлялись административные материалы, подготавливались и направлялись в судебные органы, и принималось определенное решение. Либо штраф, либо же административный арест. Вот. Той категории, где был назначен наказание в виде административного ареста, они направлялись в изолятор временного содержания. В связи с тем, что все-таки большое количество было и возмущений, и в целом несогласия, и учитывая все-таки вот сложившуюся ситуацию, в обществе Министерство внутренних дел, Управление внутренних дел Гомельского исполкома идет навстречу данной категории задержанных лиц. Вот, и принимаются решения об освобождении из изолятора временного содержания, вот, после проведения определенной разъяснительной работы. Те, которые непосредственно понимают чувство ответственности и осознают те действия, которые им были предприняты.
Побач со следшим изолятором на Книжной десятки человек. Это родные сябры затриманных. Многие тут с самой раницы. Нехто уже дочакался своих и поехал до дому. Остатние с нетерпливостью глядят на вороты изолятора. Кого вы ждете? Сына. Сыновей. Сына. За что попал? Он был 9 числа на площади. Просто гулял. Гулял, скажем так, с друзьями. И все, уже собирался домой. Все, что я знаю, больше ничего не знаю. Ничего что не он знаем, там. Откуда мы что-то знаем. Мы знаем, я только знаю, что он позвонил утром и сказал, что я в милиции, мама, все. Больше, ну, потом сообщил смс-кой, что находится в ВВС на Борисенко. Больше информации нет. Потом сезон, все. Он с 9 числа вот находится здесь. Литерально про 20 хвилин после приезда нашей здымочной группы отчинились вороты, из яких одразу обдымки своих сябров и родных вышли несколько ранее затриманных. Кажут, что обыходились с ими у изоляторы нормально. Не было насилия и жесткости. Але морально было, зрозумело, вельми тяжко. Многие оказались тут саправды выпадково. Вось до гэтага юнака со слезами притулилась мати. Нареште дочакалася. Получается, шел, мы гуляли, получается, с друзьями по в сторону универмага. Потом мы возвращались обратно, и друзья пошли в сторону площади на остановку. Я через Иренинскую пошел домой. Ну, я на ЗИПе живу. И выбегает ОМОН, просто меня хватает, и все. Это когда? Это было 11 вечера. Самое тяжкое, кажут люди, это недохоп информации. Не все ведут, где докладно находятся их близкие и как они себя отчувают. Как вырешить питание, сегодня во управлении внутренних справ начал працевать круглосуточный телефон горячей линии. Его номер 96-74-47. На сегодняшний момент существует горячая линия Министерства внутренних дел. Есть телефон этой горячей линии. Я надеюсь, с вашей помощью он тоже будет продемонстрирован для жителей Гомельской области. Позвонив туда, можно узнать о местонахождении того или иного задержанного лица. До речи, за то, что были затриманы невинные люди, которые выпадково оказались у местах несанкционованных протестных акций, принял на себя отказность министр внутренних справ Беларуси Юрий Караев. Вы ведь не будете отрицать, что все-таки иногда сила могла быть применена не по адресу. Да, к сожалению. К сожалению, да. То есть вы подтверждаете, что это к сожалению? При любой массовой такой вот схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка, как я уже говорил выше, получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, как я говорил, кто оказался рядом, не ушел вовремя и не сумел, как говорится, вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось за вот это вот, как сейчас говорят, насилие, я как командир, как единоначальник хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми. Мирное решение любых конфликтов – один из шлях, который может привести до меты. Остатнее – это насилие и неоправданная жесткость, нежелание почуть один одного и выйти на конструктивный диалог. Марина Джалая, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Разумны дыялог і ўзаемаразуменне важныя умовы нармальнага грамадскага жыцця. Атмасфера масавых правапарушэнняў і беспарадкаў у той ці іншы час прыводзіць і да разбою і злосных учынкаў. У Гомелі затрымалі мужчыну, які спачатку ўдзельнічаў у пратэстах у Мінску, а потым прыехаў у прамым сэнсе граміць Гомель. У нашым абласным цэнтры ён вырашыў схавацца ад пакарання, якое яму пагражала за агрэсіўныя паводзіны ў сталіцы. 7 гадоў таму ён ужо бываў тэрмін за продаж наркотыкаў. Свае злачынныя прыгоды на гэты раз 32-гадовы мінчанін пачаў з разгрома магазіна ў Каранёўцы. Ён зайшоў у краму, націснуў трывожную кнопку, затым вярнуўся да машыны, дастаў тапор і пачаў рубіць уваходныя дзверы. Далей разбіў шкло ў прыпаркаваным побач аўтамабіля, потым паехаў у клімаўку. Там спыніўся каля вахавой і пачаў пагражаць тапаром дзвюм работніцам сельгаспрадпрыемства. З незразумелай мэтай забрал все документы, которые были на столе. Забрал, на столе лежали там накладные, журналы ведущие все эти, которые там ведется движение всей нашей этой продукции. Все вот это забрал, согрел журналы и сел и поехал. Какие документы и зачем вы забрали у них? Все, что лежало на столе, я не знаю.
просто калькулятор там, всякие, не знаю. Зачем? Бумаги. Да, я бог его знает. Угу. Или белочку свою прибереться. А вы сегодня употребляли? Да, пиво. Что? Водку и пиво. Угу. А потом сели п'яна за руль. Да. Пасля гэтага злачынца працягнуў сваё падарожжа, накіраваўся ў Заліп'я. Па дарозе падрызаў таксі, якое з-за гэтага вылецела на зялёную зону. У вёсцы злачынца хацеў, як потым высветлілася, паглядзець месца, дзе раней адбываў пакаранне. У гэты час па арыенціроўцы аб здзяйсненні хуліганства і ДТЗ працавала міліцыя. Інспектары заўважылі пакінуты аўтамабіль і мужчыну, які садзіўся ў аўтобус. На наступным прыпынку мінчаніна затрымалі. У пакінутай ім машыне праваахоўнікі знайшлі тапор, дубінку, знятыя з аўтамабіля рэгістрацыйныя знакі. Па ўсіх фактах узбуджана крымінальная справа. Працягваем выпуск. У імя загінуўшых на той вайне. Памяць байцоў атрада «Бальшавік» ушанавалі сёння каля мемарыяльнага комплексу «Партызанская крынічка» ў лесе пад Гомелем. Кветкі да помніка ўсклалі ветэраны Вялікай айчыннай вайны, прадстаўнікі органаў улады і ветэранскіх арганізацый, моладзь. Людзі штогод наведваюць гэтае месца, каб выказаць падзяку жывым і ўспомніць тых, хто загінуў, адстойваючы свабоду радзімы. Всё забываецца как-то. Вот. Ну, нам, участникам войны, конечно, нас уже мало осталось. Желательно помнить о тех павших, которые свою жизнь на алтарь Родины отдали. Хочу сказать Царство Небесное тем бойцам, которые... хоть что-то сделали, вложили маленькую частицу своей боевой деятельности во время Великой Отечественной войны этого отряда. Ну и почитали, и будем ездить почитать, пока мы живем. Партызанскі атрад «Бальшавік» быў створаны ў жніўні 1941 года падчас абарончых баёў за Гомель. Байцы арганізоўвалі дыверсіі на жалезных дарогах і асноўных аўтамагістралях. Разам з часцямі Чырвонай арміі ўдзельнічалі ў вызваленчай аперацыі «Багратіён». І было страшнае, ужаснае время, і не дай Бог, чтобы оно когда-нибудь повторилось. Это очень страшно, просто наша молодёжь этого не понимает, они же никогда... не страдали от того, что у них нет куска хлеба или одеть нечего, и голод, все на свете. Поэтому я, например, очень не хочу, чтобы в нашей стране когда-нибудь повторилось хотя бы чуть-чуть что-нибудь подобное. У Гомеля узнагародзілі жанчыну, якая выратавала двух дзяцей на пажары ў абласным цэнтры. Гомельскі гарадскі аддзел па надзвычайных сітуацыях выказаў падзяку Крысціне Ліснер за мужнасць, гераізм і смеласць. Дзень 3 жніўня яна запомніць назаўсёды. Крысціна гуляла са сваімі дзецьмі і сяброўкай непадалёк ад месца здарэння па вуліцы Владзімірава. Вырашыла зайсці да кума, які не адказваў на телефонныя званкі. Калі зайшла ў будынак, адчула пах дыму і пачула гук пажарнага апавяшчальніка. Паднялася на 3 паверх, які ўжо быў моцна задымлены. З палаючай кватэры вынесла двух дзяцей. Жанчына кажа, што ў яе і думкі не ўзнікла спыніцца. Не было і страху. Когда я поднялась на 3 этаж, там было уже задымление на весь подъезд, работала сигнализация, все, открыла тамбур, оттуда ну, пошел еще больше черный дым. Mm-hmm. Вот, я постучала 3 раза в дверь, с 2 ударов вот он не открыл в дверь, а с 3 удара он открыл, он ну, как бы был человек невменяемый, ну, как бы в алкогольном опьянении, все. Mm-hmm. Вот, и просто я просто зашла, маленький, которому было 2 годика, он стоял в комнате, там, где произошло возгорание, а малыш, которому был годик, он находился в зале в соседней комнате в кроватке. Вот, я просто забрала детей и все, выскочила на площадку, с подъезда, ну, с ними двумя, они были в одних маечках и занесли их бабушке. Крысціна Ліснер працуе контролёрам-касірам, зараз знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку. Спадзяецца, што бацькі вынесуць урок з гэтай сітуацыі. Як мяркуецца, пажар узнік па прычыне неасцярожнага абыходжання з агнём пры курэнні. Гаспадар кватэры знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення, узгаранне ліквідаваў сам да прыезду выратавальнікаў. Маці дзяцей на момант здарэння ў кватэры не было.
Знайсти господаров. Сёлета комитет Гомеля «Абломаёмость» провёл 47 аукционов. Новых уладальников знайшли 45 объектов нерухомости. У бюджеты розных узроўняў трапіла каля 1 200 000 рублёў. Причым означается тенденция до знижения колькасці продадзеных за одну базовую величиню объектов. Подрабязности у наступным сюжете. С початку года с первых торгов набыто 11 лотов. Один из них находится на Тельмана. В аукционе по его продаже удельничали 7 заявников. В процессе торгов кошт объекта повеличился амаль удвоя – с 200 до 350 тысяч рублей. Несмотря на высокую стоимость, итоговая цена его вообще составила 350 тысяч белорусских рублей. Почему складывается такая тенденция? Ну, мы пришли к выводу, что на это повлиял указ президента от 10 мая 2019 года, номер 169, который предоставляет покупателям возможность приобретать имущество в рассрочку до 3 лет. Увогуле нерухомость, якая находится у центра Гомеля и буйных райцентрах, продается достатково хутка. По колькости реализованных объектов наш регион занимает 2-е место после Витебщины. Процесс вызначения кошту на нерухомость достатково працаемистым. Чем старейший будинок, тем больше складано сформировать его цену. Гэтым занимается отдел экспертизы комитета «Гомель-Абломаёмость». В целях минимизации влияния на экономику Республики Беларусь эпидемиологической и мировой ситуации, в исполнении указа главы государства номер 143 о поддержке экономики, в том числе введен мораторий на повышение базовой арендной величины. С момента действия указа в Гомельской области сумма, на которую уменьшился размер арендной платы арендаторов государственного имущества коммунальной собственности, составил более 400 тысяч рублей. Общий объем поддержки составил более 81 тысячи рублей. Льготами воспользовались 106 субъектов хозяйствования. У ближайшие дни пройдут 10 аукционов, из них 3 электронные. И они запланованы на 25 жнивня, 1 и 8 вересня. Усяго объявленные торги по 48 объектах. 14 будут продаваться по оценочным коште, остатние за базовую величиню. С информацией по аукционах можно ознакомиться на сайте комитета Гомеля «Абломаёмость». Марина Джалая, Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель». Адраджэнне старажытных рамёстваў. Жыхар Жлобінскага района Віктор Давідовіч больш як 20 гадоў займаецца лозапляценнем. Яго работы экспануюцца на буйнейшых фестывалях і выставачных пляцоўках краіны. З майстрам сустрэўся Дмітрый Котаў. У коллекции Виктора Давидовича самые разные вырабы из лозы. Святильни, кошики, подносы, шкатулки, дитячие колыски, предметы мебли и навод специальный домик для кота. Мы только поженили своей супругой в деревне. Здесь не очень далеко, там деревня Радуша, хозяйственный магазин зашли, а там такая вот сухарница небольшая подобная, сам такая для чего-то положить, или для яблок, там, для для печенья. Она говорит, давай купим. Это начало 90-х, когда все о чем-то думали. Вот, и тоже ж ходишь и думаешь, денег нету, а хочется что-то заработать. Купили, я так на нее посмотрел, слушай, это что с простой лозы же сплетено, так, и, может, и я такое сплету. И вот запало, и я верующий человек с Божьей помощью, промыслом Божьим. Это все развилось. Як адзначае Віктор Давідовіч, спачатку ён асвоіў асноўныя тэхнікі, а пазней пляценне ўсходнім вузельчыкам. У падобнай тэхніцы, дарэчы, у нашай краіне мала хто працуе. Она не то, што адлічаецца ад традыцыйнай тэхнікі. Она просто, ну, трудаёмкая, і не кожны проста гэтым займаецца. Ну, это звестная очень тэхніка. Она родзіна Юго-Восточная Азія і во времена советской поры в Прибалтике очень серьезная школа, которая сейчас тоже поддерживается. Там один мастер, Виктор Кухальский, у которого я так заочно и даже очно с ним в Александрии вот встречался. Над кожной работой Виктор Давидович працуе старанно и берется за ее только, коли есть натхнение и жадание. Сила, як каже себе, николи не примушая. Это и отшувается, видать, что кожный выраб зроблены с любовью. На одну работу может спотребиться 20 годин, на иншую 60. А есть и те, что потребуют нескольких тыдняв. Например, гэтага мишку суместно с иншими творчими супрацовниками Рактянского дома рамёства у майстера бил 2 месяца. Анна Кирилловна Бутюшкова, художник. Мы выбрали рисунок, вот этот мишка-приседку журнала. И я думал, что у меня не получится. Это благодаря ей. Потому что
видение формы вот у них, у моего руководства и у моих коллег, у них вот это видение формы более развито, чем у меня. Они и вышивают, они и куклы делают там, и прочее. А я все-таки плету. И вот это вот создать, почувствовать вот эту вот гармонию линий, пропорций. То есть я делал каркас, я делал площадку, насверлил отверстие, предложил технику изготовления. То есть каркас, шпилька, на шпильке диски, которые формируют все. Ну, вот эти вот детали. Это вот к ним. У хуткім часе гэты мішка разам з іншымі роставымі фігурамі, створанымі ў доме рамёстваў, зойме сваё месца на спецыяльнай сцежцы, якая знаходзіцца на тэрыторыі установы. Это планируется как сказочная тропа. Она, это будет такая дорожка, на которой расположены будут эти плетёные животные, и можно детей какую-то сказку или какой-то мультфильм сценировать. Что-то такое, что ну, для детей знакомо. Те же медведи. Ну, что-то придумать такое для детвори. Здесь работа еще только началась. Виктор Давидович удельничает у разных выставах по всей Беларуси. Его работы неодноразово можно было убачить на масштабных фестивалях и у наибуйнейших выставочных залах краины. Мастер отзначает, для его головное иметь махчимость заниматься любимой справой. А коли это приносит задовольнение иншим людям, приемно удвоя. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район. Гэта я таксама іншыя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Добрых вам навінаў і да новых сустрэч у эфіры.